эту субботу Светлана Боровская отправится в Браслав. Очень жарко, как вы понимаете. Аж мы приехали на хутор Ёдишки. Мы приехали на хутор. Вот как я могу спать, если мне редактор сейчас машет, давай жарь, давайте жарьте. Один раз Ёжик научился дышать попой и сел на пенек и задохнул. Какая хорошая история для доброго утра. Что можно увидеть во время водной прогулки по Брасловским озерам? Где продают самые вкусные пышки? И какая она высокая деревенская кухня? Узнайте в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй ранницу, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9:15. Вы снимаете? Вы снимаете? Все тихо. Да, рубашка Доша, меня надевали все, кто мог. Мне было холодно. Я предпочитаю называть молодая. Не, а та, значит, старая. А та типа старая. Но она тоже хорошая. Так. Так. Нет, в кадре я пробовать не буду. Я только отщипну тогда. Я же не буду вот так кусать в кадре. Мы в кадре не жуем. Давайте отвернемся, пожуем вот так. Останавливаем съемку. Да, да, вот именно так. Спала, встала, продолжим. Ой, Максима, давайте уже домой. Ой.